Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В очередной раз расстались Майя Донцова и Алексей Купин. Один из выходных Алексей провел с мамой без Майи. Девушка обиделась и решила переехать в женскую спальню. Подтвердились слухи о том, что Маша Кахно серьезно пострадала в драке с Лерой Фрост. Лера избила Машу 3 раза, но последнюю драку в эфире не покажут, она была самая жестокая. У Кахно сломан нос, который она недавно себе делала, сотрясение головного мозга, а также смещение позвоночника. Свидетели говорят, что даже когда Маша была без сознания, Лера продолжала ее добивать. На очередном голосовании проект покинула Маша Филиппова. На остров любви хочет Саша Шева. Ей очень нравится Фил Кострубов. Многим свадьба Сергея Захарьяша и Лилии Читрару на острове показалась липовой. Ведущие предложили ребятам запланировать настоящую регистрацию в Москве, назвать дату свадьбы, и тогда им дадут на нее 1 000 000. Кристина Ослина отметила день рождения. На праздновании были Дарина Маркина, Лиза Триандафилиди и Иосиф Оганесян. Саша Гозиас, которая побывала на съемках в городских квартирах, поделилась свежими новостями. Она уверяет, что Ольга Рапунцель не беременна, так говорят все домовцы. И для чего она ломает комедию, всем непонятно. Также она сказала, что Захар Саленко знает про измены Леры, она спит с кем надо, а Захар просто ее прикрытие на проекте. Благодаря покровителю Леру никто не выгоняет за драки. Тата Блюмингранс опубликовала фотографию спящей дочки. «Моя ресничка спит», – пишет она. Антон Гусев подтвердил примирение с Викой Романец. Он опубликовал ее фото в своем блоге. Через несколько минут, правда, он удалил его. Фанаты считают, что фото опубликовала сама Вика, перепутав блоги. Недавно Ольга Гожиенко опубликовала в своем блоге неудачное фото матери. Оказалось, что Агибалова-старшая в последнее время сильно располнела. Уже стала известна и причина такого резкого набора веса. Как оказалось, в этом году истек срок годности кольца, которое женщине установили на желудок. А из-за того, что Агибалова поссорилась с клиникой и не выполнила свои обязательства по рекламе, то ей отказались ставить новое кольцо. Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Они публикуют первые снимки со свадьбы. Муж Ксении Собчак, Максим Виторган, впервые показал лицо сына. Многие считают, что мальчик внешне очень похож на Ксению. Андрей Чуев вместе со своей девушкой Викой теперь живет в новом доме, который он построил в Наро-Фоминске. Андрей пишет о том, что он получил прописку, и теперь он под москвич. Ходят слухи о беременности Анастасии Киушкиной. Она уже 2 года состоит в гражданском браке. Видимо, этот мужчина и стал отцом ее будущего ребенка. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.